Нашу жизнь невозможно представить без искусства, и особенно ярко она проявляется в школе искусств, где раскрываются и развиваются детские таланты. И сегодня все, чему научились ученики ДШИ и Николы Березовки в течение года, они показали на отчетном концерте «Сияние музыки и красок». Свое творчество представили музыкальное, хореографическое и художественное отделение. В целом учебный год был насыщенным и плодотворным. Учащиеся ДШИ Николы Березовки завоевали призовые места значимых исполнительских конкурсов республиканского и международного уровней. Мы гордимся нашей вокальной школой. Старший хор – лауреат республиканского конкурса академического пения «Браво». Черепнина Анастасия и Мугалимова Ильгина стали лауреатами в третьем открытом конкурсе академического сольного пения «Путь к искусству» имени Чембарисовой. Макаров Руслан, Исхаков Эмиль, Ягудина Амина, Отнагулова Ленара стали лауреатами первой и второй степеней республиканского детского конкурса вокального искусства «Апрель». Тагарифуллина Рената завоевала гран-при на республиканском конкурсе народно-патриотического творчества «Золотой кубок Башкирии» в Уфе, а Садрединова Самира стала лауреатом второй степени. Радуют своими успехами и наши пианисты. Султанова Алсу и Хабибрахманов Рузаль стали лауреатами третьей степени 9-го всероссийского конкурса фортепианных ансамблей имени Хайдаровой и 4-го международного конкурса пианистов «Европа-Азия» в городе Уфе. Не отстают от них и ученики художественного отделения, завоевывая победы на международных конкурсах, таких как Катавасия, где из 33 представленных работ 22 удостоились призовых мест. Пластеева Кира стала лауреатом 2-го открытого городского конкурса пленэрных работ детского художественного творчества имени Дворника в городе Уфе и была приглашена на церемонию награждения победителей. Образцовый хореографический ансамбль «Жемчужина» стал лауреатом первой степени в международном творческом фестивале «Движение вверх» в городе Санкт-Петербург. Обучение в школе – это мощный стимул в творческом развитии детей, а отчетный концерт дает возможность убедиться в необыкновенном таланте учеников школы и профессионализме ее педагогов. Нам повезло, что у нас в Николы Березовки есть такая прекрасная детская школа искусств, в которой наш сын Хабибрахманов Рузаль с большим желанием посещает хореографическое отделение и отделение хорового пения. Мы очень радуемся и гордимся его высоким достижением, и все это благодаря его стараниям и заслугам опытных преподавателей. На отчетном концерте все увидели, каких отличных результатов достигли дети. Мы остались очень довольны и получили большое удовольствие от концерта. Выражаем огромную благодарность директору детской школы искусств Ахияровой Наталье Александровне, организаторам этого замечательного концерта, нашим дорогим преподавателям, профессионалам своего дела, которые вносят большой вклад в развитие детей и раскрывают в них таланты. Мы желаем им крепкого здоровья, творческого вдохновения и всего только самого наилучшего. В этом году школа искусств отмечает юбилей – 50 лет со дня основания. Исторически это первая школа в районе художественно-эстетической направленности. И за эти годы она стала трамплином в творческой карьере для сотен выпускников. 798 выпускников окончили и освоили искусство музыки, рисунка и танца. В течение года мы проводим различные мероприятия, приуроченные этой дате. Это и школьные конкурсы, и творческие встречи с выпускниками. А самым главным событием станет юбилейный концерт, который состоится в декабре 2024 года. Приглашаем всех желающих и особенно будем рады встрече с нашими выпускниками. Школа искусств с большой радостью ждет новых учеников. И до конца мая еще можно успеть подать заявление. Все подробности по телефону 773 или на официальном сайте и в социальной сети ВКонтакте. Каждый ребенок талантлив, и школа искусств поможет ему раскрыть свои творческие способности, а также дает возможность понимать и видеть искусство, без которого невозможно представить нашу жизнь.